Эти американцы. Кто они, эти американцы? Это жители США. На севере США ограничены Канадой, на юге Мексикой, на востоке Атлантическим океаном, а на западе Тихим. Территория страны в 16 раз больше территории Испании. Население составляет 151 миллион человек. Это в 5 раз больше населения Испании. Столица — город Вашингтон с 1,5-миллионным населением. Что касается экономики, следует отметить, что США являются крупнейшим производителем железа и стали, около 200 тонн в год. Крупнейшая нефтяная держава, около 300 миллионов литров нефти в год. Крупнейший производитель хлопка, около 4 миллионов в год. Крупнейший производитель свинца, около 800 тонн в год. 800 тонн в год. Крупнейшие производители свиней, около 500 тысяч голов в год. Крупнейшие производители... Грехов. Миллионы тонн ежегодно. 49 миллионов протестантов, 400 тысяч индейцев, 200 тысяч китайцев, 5 миллионов евреев, 13 миллионов негров и 10 миллионов ничего. И что? Будете сидеть сложа руки? Надеетесь получить от них подарки бесплатно? За каждое зернышко пшеницы, за каждую тонну угля мы заплатим нашими душами. Да, у них много локомотивов, но кое-чего им не хватает — духовности. Это и будет нашим даром. Знаете ли вы, что ежегодно в США регистрируется 1 миллион разводов, 7 тысяч убийств, 17 тысяч изнасилований, 80 тысяч вооруженных ограблений и 60 тысяч разбоев? И что, как вы думаете, может дать нам Америка?